Привет, ребята, с вами Димас. Я продолжаю играть в Crash Bandicoot Ancient Trilogy. Ну что ж, в первую ее переизданную часть. Пойдемте в третий уровень. Великие врата. Попробуем его пробежать. Этот уровень подлиннее будет порядком. Да, и тут много всяких пакостей. Скорее всего, я тут долго буду мучиться. Даже за золото, наверное. Так. Непонятно только. Че у нас где? Ну это жесть. Да, кстати, вот про этот момент я что-то подзабыл. Долго как-то. Спасибо, Крэш. Ты мне все засрал. А, тут можно поверху пройти. Окей. Успеть зацепиться. Они будут тормозить очень здорово. Главное препятствие пока что. Эх. Ну как тут жить, а? Можно туда что ли идти? А что там? Секунды могут быть? Вряд ли. Ну да, какие-то секунды. Ладно, я понял. Давайте заново попробуем. Этот уровень не длинный. Из таких вот уровней. Ух ты. Неважно, как я это сделал. Ух ты. Отвались. Ёб твою мать, ты как так-то? Такая попытка была платиновая, возможно. Так засрачу. Да ёб. Тоже хрен угадаешь. О, как он так быстро вот так вот прыгает, так ловко так.
кто? Какие-то не такие. Жесть. Она и поранила меня, скотина. У них тут радиус какой-то сумасшедший, широкий. Чем бьют, непонятно. Пятьдесят 2.35 золото. Вау. Ну, меня это радует, конечно, но не совсем пока. Где-то надо прибавлять, безусловно. Не, хорошо, конечно, что сразу без сапфира даже золото удалось взять. В таком-то уровне. Ну не, это уровень-то еще легкий. Правильно с тем, кто будет впереди. Жесть несусветная. Так, ну давайте еще будем пробовать великие врата. А вот на кабане, кстати, я даже и не знаю, где там можно ускориться, чтобы как-то себе время прибавить. На платину просто вообще медлить нельзя. Черепах, ну какая-то она не такая, не такой формы, дебильный, блин. В оригинале вот он прыгал, на ней прыгал. Нет, тут какая-то она не такая. Кстати, у меня же базука есть. А, фу, что-то я попутал. Какая базука в первой части? Нет, не согласен, время ужасное время. Да я сейчас ужасно. Все, лучше что ли? Бендикута, кусок. Кто тебя родил на свет?
Что ж ты не прыгнул? О! Как ты это сделал? 3.93. Лучшее время, наверное. На этом участке. Это не факт, конечно. Вот. Понимаете, какая он скотина? 3 секунды. Не, это бомба размер. А, просто нажимать ничего не надо больше. Смотрите, какая она дебильная, страшная. Это черепаха. Ух, это лучшее время. Безусловно. Двенадцать сорок шесть. Эх, ну тут я сам прозевал, блин, ударился об это потолок. Ну, чё ты творишь, Краш? Ух ты. 11.96, вау. Надо тратить 48.72. Это не платина? Ну ты чокнулся, что ли? Сколько же там на платину-то надо? Я же так старался, выжимал. Целые 4 секунды выжил, нифига себе. Не, я с черепахой долго провозился, согласен. Там вот ради этих... Я понял, тут надо на пролом идти просто. Не, время хорошее. Вот сейчас похуже, конечно, чуть. Но я еще надеюсь, что шансы есть. Вот это вот хрень еще меня напрягает. Даже не ты меня напрягаешь. Сорок пять, 32. Вау, платина, Набираем обороты. Быстро я ее взял за 15 минут. Три платины уже.
А следующий уровень у нас... Оооо! Следующий уровень жёсткий уровень. Ладно, давайте сохраняться. Куда сохраняться-то будем? А, давайте сюда же сохранимся на первую. Он вроде автоматически загружает, так что... Ни разу я не загружался. Так вот, чтоб сам... Ну что ж, ребят, благодарю вас за внимание. С вами был Димас. Всем удачи и увидимся уже в следующих уровнях. Всем пока!